На нужды музея в Саратовском цирке прошел благотворительный концерт заслуженного артиста России Андрея Берестенко. Все собранные от продаж билетов средства пойдут на строительство музея трудовой славы в Парке Победы. На выступление нашего земляка съехались поклонники артиста со всех районов области. На мероприятие было продано более 1000 билетов. Напомним, открытие музея трудовой славы планируется накануне празднования 70-летия Победы. Эта идея родилась очень нужная, очень важная, потому что память, она должна всегда присутствовать. Память о прошлом. Будущего не будет без прошлого.